Всем привет! Завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, специалистами была проведена реставрация декоративно-защитного покрытия, а также комбинированная механическая и химическая расчистка памятника. Отмечается, что объект культурного наследия федерального значения прежде не реставрировался, а проводились только профилактические работы. В течение 6 месяцев специалисты стабилизировали очаги коррозии и заделали трещины, провели профилактические работы и расчистили поверхность постамента и бронзовой скульптуры, а также укрепили и уплотнили платину на фигурах, чтобы сохранить естественное покрытие металла. Фигуры были обработаны воском, а постамент – защитными составами. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы и не только. Читайте на сайте mymsk.online. До скорого!